Один шприц, да. Последний. Доктора, что он говорит? Видно, что, да, что еще не видно, что поднялось, но кулак красивый уже видно. Ну, попросим все, сейчас уберем. Если атрофия уже, да, либо смещение достаточно выраженное, то есть оголенное, да, практически, ну не оголенное, да, но аскелетизированная практически вот область, здесь отек, а здесь у нас, помним, да, плоско и пусто, вот, то на протяжении нескольких дней, да, может быть ощущаться или виден вот, ну что, чуть-чуть, неровности нет, ощущение у пациентки будет. Алла, это я вам больше говорю. Буквально несколько дней. Потом все, препарат распределяется. Нет, я сама, вы что? Даша, вы грязными руками лезете-то. Ну, отлично. Отлично, это просто супер. Так, он еще начнет несколько дней, будет распределяться там, да? Его руками не трогать? Не трогать, не массировать ни в коем случае. То есть вы видите, я сейчас не массирую, я просто остановлю кровь, я не давлю ничего. Все. Вы можете единственное, что сделать, да, когда делаете скулы, просто проверить. Угу. Вот. Препарат практически уже сейчас он не ощущается. Вот здесь, где самое большее введение препарата. То есть что он у вас никуда не улетел, не убежал, что вы правильно ввели, что она вот есть на месте. Все. Я говорю этого препарата, что его не массируешь. Обычно как-то надо массировать. А вечерний уход такой никакой? Вечерний уход такой никакой? Сейчас мы все расскажем. Но все равно сейчас я вам расскажу, да, или доктора, вы ничего не запомните. Вы сейчас ждете второго и третьего шприца. В эйфории. Вот, поэтому объяснять что-то пациентам, ну вот, да, они задают вопросы, но это понятно, это уже от страха. Ну, от интереса, от страха. Но объяснять что-то на самом деле, думая, что услышат, абсолютно бесполезно.